Кабан? Собака? Собака-кабан? Ха! А, ну да, это кабан. Кабан! Стой! Вот замри. Замри, ты идеален в этой позе. Пять. Круто. А так? А так вообще нет. Мне сама судьба сказала. А, тут какой-то проход есть. Вау. Подождите. А что если... Вот у него зад свободный. Может как-то... Нет? Ой, прости. Ой, прости. Я случайно, я больше не буду. Ой-ой-ой. Сейчас. Ну что? Чё, рога не помещается, да? Блин, а что сделал? А, я еще живая. Боже мой. Спасите меня, все угодники. Мне кажется, он, может, на костер горит? Может, в этом вся фишка? Блин, ну хрен с ним. Хочу попробовать просто. Может, как-то... А, ну да, вагон его можно было. И что? Из него ничего не дается? Я зря вот эти эксперименты... Блин. Окей. Вернулась. Еще и наваляла ему. Вот такая тактика. Они тут все культурненько так, однако. А у меня, вы видите, какая крутая система. Опа-опа. А! Да ёпин... Что за что происходит вообще? Классно, классно. И потом так... В смысле? Уже все? Это как? А красивое место на самом деле. Такое. Замок видно сразу. Ой, по-моему, я слышу знакомый звон молота. Кузнец, офигеть, ты тут есть. Хоть кто-то из знакомых. Клёво, слушай, я прям рада его видеть. О! Дружбан! Это невыносимо. Здорово! Давай поговорим. Ты ворота не можешь открыть, бедняжка. Крутой, ничего не скажешь. Реально какой-то прям демон. Прям вообще нифига себе какая штука. Я вообще такой первый раз в игре вижу. Блин, офигеть, а как его завалить-то? Сейчас тогда разберусь с вот этим товарищем. Чё ж ты такой жесткий-то? Конечно, ты, конечно, крутой. Ну, блин, охренеть, а как тебя бить-то? Кто это вообще такой? Что это за демон? Угу. Блин, офигеть, ну ладно, еще раз попробуем. Нести человечность и выжечь пламя. Клево. Че ты, давай. Честно, кумите. Козел, какой же ты жесткий. А, у тебя ноги нету. Фу, у тебя ноги нету. Оп! И еще что ты придумаешь? Ой, все. Я поняла. Блин, выбраться не могу. Да, матушка, ну что происходит? Так, иди сюда. Пойдешь, умный парень, ничего не скажешь.
Да, завалила! Офигеть! И все, демонический титанит? Что это за прекрасное место? Какие-то цветочки горят. О боже. Слушайте, а если у меня будет еще душ есть? Ну только я это. Пока я поднесу далеко не ушла. Вот я, короче, качнусь пока. Ладно, говорят, короче, что туда рано идти. Я, короче, здесь полазю. О! О! Ёшкин ты кот. Ну ни хрена себе. Я думала, они прям жесткие, они. Ну такое. Сколько титанита? Как тут? Видно? Куда это мы? Да, сейчас возьму. Я просто хочу понять, куда это. Храм огня. А тут есть храм огня. Так, ладно, сейчас я сюда вернусь еще. Пойду лут заберу. Душа хранительницы огня. Что за душа хранительницы? Душа давно потерянной хранительницы огня. Каждая хранительница огня олицетворяет свой костер и хранит человечность, который ей преподносит в дар. Нескончаемая человечность подтачивает ее душу и может усиливать фляги с эстусом. Можно использовать для получения человечности и восстановления здоровья. Душа хранительницы огня будет потрачена на неполнение фляги с... А, понятно. О! Это мы пришли в начало самое. Нифига себе здесь храм. Я, значит, вообще тут все пропустила. Ого. Что у нас здесь происходит? Да что такое? Нормально. Защитники такие диких животных. Нет! Не тронь! А где толстый? Мне в тюрьму надо. Как бы не в реальной жизни, а хотя бы здесь. Заберись к ней в гнездо и притворись яичком. А где твое гнездо, мать? А! Вижу твое гнездо. Это что такое? Это откуда мне прилетело? Откуда мне эта 11-я фляга с эстусом появилась? Что за добрые люди? Дайте им хотя бы спасибо скажу. Спасибо, спасибо. Пару манипуляций. Пару манипуляций, и ваши деньги станут не вашими. Пацаны, короче, я не туда залезла. Да я... Матушка. Опыт. Bloodborne и Dark Souls 3 дают о себе знать. Свернуться клубочком. Сейчас какой-то будет угар. Блин, там где... Ух ты, дерево. Сижу, жду. Сейчас что-то страшное, мне кажется, будет. Я очень похожа на твоего детяныша. Это было крутое слово, опять. Вы что тут, вставать решили? Да блин, серьезно? Да хрен с ним, еще свернемся. Значит, остальных двоих она не так любит. Меня она, короче, перемещает такая по пространству, типа, ладно, возьму, а остальные нет, ребята. Мама катает только самое странное яйцо, которое лежит. Так, встречаете вы, да, гостей?
Ой! Опять ты? Блин, надо было до этого дойти, до костра. Эй! Да блин, опять я здесь. Да ёпарасы ты, ну чё ж мне не везёт-то так, а? Боль вселенская. Первым делом мы идем к костру. Поняла? Все, нахрен. Остановку свою пропустила. Остановите, пожалуйста, мою шуточку, начальник. Дочь, не пугай меня так, ага. Ворон скажет, ты говорит, вообще нормальная? Задолбал ты сюда прыгать. Что надо женщине? Да блин, вы издеваетесь? Серьезно? Что за нахуй? Что за место? Писец какой-то просто. Блин, нахрен? Офигеть. Я уже задолбалась бегать туда, реально. Сколько можно? Японский ты бог. Мы с тобой хоть сейчас нормально отыграем? Как ты думаешь, нет? Не вариант, не наша фишка. Ладно. Все, давай в этот раз нормально. Если бы я был физически слабым, я бы морально устойчивым был. Оба! Ништяк. Умные люди теперь по прямой... как бы мне так хитро, умненько бы сделать. Оп-оп-оп. Теперь пошли к боссу. Что? А что это на тебя не действует? 57? Серьезно? Ладно, я поняла. Привет, кусок, да? Как бы с боссами знакомились, как бы как-никак. Летающий малыш, вот это не был, мы такие вот классные. Да блин, что, умерла, да? Посылаю фибры позитива для того, чтобы можно было быстрее малышку починить. Отлично. А можно я отойти? Нет, нельзя тебе отойти. Стой на месте, где стоял. Сейчас попробуем, не знаю. Да твою мать, еще ты как с этим демоном вообще драться? Вот, я только на арену зашла, я даже ничего сделать не успела. В чем прикол? Я охренею вообще. О боже мой. Динамика, в общем, положительная, но результатов пока ни хера нет. Все нормально. Все нормально, играем дальше. Отлично. Отлично. Отлично, мы с тобой попались. Ай, блин, опять магия была. Я думала, обычная будет атака, зараза. Он реально много свою скотину начал прятать. Посмотрите на этого засранца. Много свою отдал, скотина. Я тебя почти чувствовать начала, чувак. Блин, серьезно, ваншот? Да ладно, охренеть, почти под... Как ты меня так достал вообще? Как он меня так сваншотил? Тащи его за хвост. Тварь. Мразь ты после этого ничтожная. Я уже его люблю. Блин, да ладно. О, боже мой. Да, что за пи... Вот серьезно? Какой же, сука, раз?